Оттачивали свои профессиональные навыки, изучали теорию и практику снайперского дела с учетом боевого опыта спецподразделений Росгвардии, отрабатывали навыки действий в различных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться в повседневной служебно-боевой деятельности. На базе Тольяттинского отряда мобильного особого назначения «Орлан» и Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся учебно-методический сбор со снайперами специальных подразделений территориальных органов со всего ПФО. Занятия проходили на ведомственном полигоне. Цена выстрела полицейского снайпера очень высока. Вот. Если выстрел будет неудачный или нерезультативный, это будет как минимум срыв специальной операции, ну, что приведет, понятно, к тяжким последствиям. Цена ошибки, она просто может быть огромна. Как жизнь заложника, так и жизнь своих товарищей штурмовой группы. Учебно-методический сбор продолжался 3 недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний. Учитывая анализ входного контроля и выходного контроля, те знания, которые они получили, здесь довольно-таки заметно выросли в подготовке и в теоретическом плане, и в практическом плане. То есть прогресс в обучении и в выпуске данных сотрудников после сборов, он очевиден. По мнению организаторов, цели обучения достигнуты, участники обменялись опытом, получили новые знания и готовы к выполнению служебно-боевых задач. Виктория Шарая, события.